Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня я вам покажу, как вяжутся вот такие диагональные дорожки с вытянутыми лицевыми петлями. Изнаночка у него выглядит вот так. Значит, для того, чтобы связать этот узор, нам нужно набрать количество петель кратно 12 и плюс 1 для симметрии и 8 рядов в высоту. Значит, первый ряд мы вяжем все петли лицевые. Я его связала заранее. Второй ряд вяжется таким образом. Снимаем кромочную. Вяжем 2 лицевые. Дальше нам нужно связать 9 петель с вытянутыми лицевыми петельками. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вяжем одну лицевую, вот это раппорт. Следующий раппорт. Две лицевые. Снова 9 лицевых вытянутых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Лицевая петля и вторая лицевая петля — это петля симметрии и кромочная петля. Третий ряд вяжем таким образом. Снимаем кромочную. Вяжем 2 лицевые. Раз, два. Теперь вот эти 9 вытянутых петелек нам нужно провязать. Так, 9, 3, 6, 9. Нам нужно из этих 9 петель вывязать 9. Ну, вяжем за заднюю стенку. Значит, так. Раз, делаем накид 2, вяжем лицевой 3, делаем накид 4, вяжем лицевой 5, делаем накид 6, вяжем лицевой 7, делаем накид 8. И провязываем 9-ю петельку. Вот у нас что получилось. Из 9 мы вывязали 9 петелек. Дальше вяжем лицевую. Это раппорт. Второй раппорт. 2 лицевые. Снова из 9 мы вывязываем 9. Так, 5, 6, 7. 8, 9. Так. Подцепились, как спит. Так, 1 петля. Накид 2. 3 петля. Накид 4. 5 петля, накид 6, 7 петля, накид 8 и 9 петля. Вяжем 1 лицевую. Это раппорт. И лицевая петля симметрии. Вяжем кромочную. Четвертый ряд у нас идут все петли изнаночные. Смотрите здесь, чтобы вы не взяли вторую петлю, а первую аккуратно тут надо смотреть, чтобы они были ровно, не перекрестились. Итак, мы вяжем изнаночными до конца ряда.
Так, вяжем все петли изнаночные. Здесь вот первую петлю надо внимательно провязать. Что это такое? Видите, тут надо очень внимательным быть, когда провязывать эти накиды, они зажатые получаются. Видно, поднимается. Все петли изнаночные и кромочные. Следующий ряд мы вяжем все петли лицевыми. Раз, два, три. Так, в следующий раз вяжем таким образом. Снимаем кромочную. Вяжем 8 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше нам нужно вывязать 9 вытянутых петель лицевых. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И дальше у нас пойдет 8 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Дальше, если вы будете продолжать вязание, вы вяжете 9 вытянутых. Этот ряд чередуется 8 лицевых, 9 вытянутых. И у конца ряда у вас должно быть 8 лицевых. Следующий ряд вяжем так. Вяжем 8 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Значит, этим мы из 9 вывязываем 9. Считайте, чтобы лишних не захватить. Так, из 9. Ой, бабушкиной же надо. Вяжем 9.
Так, одна петля. Ой, спустила. Делаем накид. Вторая петля. Накид. Третья петля. Накид. Четвертая петля. Накид. И девятая петля. 9 петель. И дальше вяжем 8 лицевых. Кромочная петля. И последний раз вы провязываете все петли изнаночными. И вот такой вот узорчик у нас получается. Вот, очень красивые эти диагональные эти полоски. Ну вот на этом и все. Желаю вам успехов, легких петелек. До свидания.